Площадь бывшего аэродрома у реки Волга под Нижним Новгородом уже не первый год принимает у себя около 50 тысяч посетителей со всей планеты. Всего за несколько лет фестиваль Alpha Future People из небольшой промо-акции вырос в одно из главных событий лета в жанре танцевальной музыки EDM и не только. Мы хотим привлекать самую прогрессивную молодежную аудиторию. Современная прогрессивная аудитория в основном слушает EDM. За год нет такого ивента, которому мог бы собрать такое количество людей со всей страны. Диджеи однозначно уже относятся к этому фестивалю как обязательному для выступления в год. В этом году на 5 сценах фестиваля соберутся около 36 артистов из 20 стран мира. Хедлайнерами в числе прочих станут, например, Infected Mushroom, Nerva и DJ Hardwell. Я нечастый гость в России, и я рад к вам приехать, тем более на такой большой фестиваль, о котором я многое слышал. На Alpha Future People, как и прежде, будут представлены зоны, посвященные здоровью, и более чем 15 видам спорта, от стрельбы из лука до скалолазания. Не обойдется и без зоны высоких технологий. В прошлом году 5000 квадратных метров у нас занимала зона технологий, то есть это измеряя в магазинах электроники, это там 3-4 магазина электроники, то есть целиком была, значит, новинка техники. Ну а главная сцена будет построена высотой с 9-этажный дом и, в числе прочего, отразит главную идею фестиваля Alpha Future People, посвященную людям будущего, то есть его посетителям.